Выходи! Тогда не больно убьем! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки.
Тревога, брат! Точно шевели. Что же тут за мутант? Или не здесь? Может, дальше? Постоять спокойно не дает. Непонятно. Вроде отсюда слышно. Точно здесь. Хотя... Мать твою! Ну где она тут шуршала? Где? Убитый! Тревога, красные идут! Ну я тебе! У нас потери! Несем потери! Что это там?
Будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. На самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции в руках куда более сильна, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию.